Соболезнования президенту Португалии в связи с многочисленными жертвами во время лесных пожаров. Удар стихии называют самым мощным за последние полвека. Он унес жизни как минимум 62 человек. В Португалии объявлен трехдневный траур, ну а началось все с обычной молнии, ударившей в дерево. Сухая погода способствовала мгновенному распространению огня. В считанные часы пламя окутало сотни гектаров леса. Местные власти оказались к этому не готовы. Люди в панике пытались покинуть свои дома. Несколько автомобилистов, среди которых были и туристы, оказались в самом очаге пожара, большая часть которого пришлась на горные районы. Несколько человек сгорели заживо, другие задохнулись. С пламенем борются более 1500 пожарных. Свою помощь предложили и российские спасатели.